А накануне глава области принял участие в заседании Госсовета по повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики. Андрей Травников озвучил президенту новые инициативы, предложенные экспертами рабочей группы образования и наука. В частности, речь шла о закреплении на законодательном уровне полномочий регионов по финансированию проектов в области научной и образовательной деятельности, а также формировании плана научно-исследовательских работ. И это далеко не полный перечень вопросов, которые поднимали в рамках заседания рабочей группы. Эксперты также обсудили возможность использования более совершенных процедур прогнозирования потребностей регионов в ресурсах и специалистах, которые готовят вузы. Самое ожидаемое и значимое решение, которое состоится, это первое, будет изменена методика расчета и распределения контрольных цифр приемов и по регионам, и по вузам. И даже первое видение этой новой методики Миноборнауки России оперативно представило нам на семинаре совещания, которое проводилось. И второе тоже, это, я думаю, что быстро будет внедрено в жизнь. Все-таки возникает иногда спорные вопросы, непонимание, почему нам не дают те или иные квоты. Будет создана согласительная комиссия, я упрощенно ее так называю, при правительстве Российской Федерации с участием регионов, где можно будет рассматривать эти вот вопросы, донастраивать ту самую методику, о которой я говорю.